Ну, мне кажется, отличная зима. Снега много. В том году было теплее. По-моему, прекрасная зима. Такая русская. Несмотря на то, что ноль, но тем не менее. Завтра будет минус 10, все будет отлично. Но главное снег. Климат меняется. У нас раньше зимы какие были? 25-30 градусов. Даже мы в школу не ходили, когда 25 градусов было. А сейчас ноль и меньше, и плюс бывает зимой, понимаете? Это, конечно, меняется погода. И я считаю, что это экология. Мы должны запустить две модели. То есть компьютер... Эта система работает не тут. Наблюдал то, что сейчас его прогнозы через 30-40 лет они оправдываются. Можно ли считать нынешнюю зиму аномальной? Да, конечно же, она отличается от обычных климатических значений, но подобные температурные режимы бывали и раньше. Да, они встречаются не очень часто, примерно раз в 30 лет. Это да, довольно редкая повторяемость, но все-таки и южнях какая вот, да. Такая совершенно невероятная.